Все новости 19 марта 2018 года, 0 часов 37 минут. Футбол. Испания. В матче 29-го тура чемпионата Испании Реал принимал на своем поле Жирону. Встреча проходила на стадионе Сантьяго Бернабео и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 6-3. В составе победителей покер оформил португалец Криштиану Роналду, а еще по голу на свой счет записали Лукас Васкес и Гаррет Бейл. За «Жирону» отличились Хуанпи и Кристиан Стуани, который оформил дубль. Таким образом, «Реал» одержал третью подряд победу в премьере, а «Жирона» прервала трехматчевую выигрышную серию. «Реал» 60 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Жирона» 43, на седьмой строчке. Источник «Чемпионат» сообщить об ошибке, комментарии 19 марта 2018 года 18 марта 2018 года.